Ініціатором конкурсу став Союз юридичних особ, Республіканська конфедерація предпринимательства разом з регіональними галіновими бізнес-асоціаціями при підтримці Мінекономіки Білорусі. Нагадаю, мероприємство щогодове проводиться з 2008 года. Його мета – визначення областей, районів, городов, де створені найбільш оптимальні умови для ведення бізнесу. Жюри оцінювало і кількість існуючих суб'єктів малого і середнього бізнесу, і об'єми промислової витворчості, і суму податків, яка трапляє від їх діяльності у бюджет. За прошедшую пятилетку доля малого и среднего предпринимательства в бюджете области увеличилась с 11 до 23%. Я считаю, что это достаточно серьезный прорыв в нашей динамично развивающейся промышленной области. В Гомельской области объем промышленного производства от всей республики составляет больше 20%. Если вот из всего этого объема хотя бы 5-7% занимают предприниматели, для нас это очень знаково. До речі, згодно с усветной статистики, только одно из 4 предприятий приватного бизнеса протягивает свою деятельность раз в год. У нас же каждое другое альбо 50%, а в Октябрьском районе навод 70%. И зусім не тому, что бизнесом заниматься легко, как раз наоборот. Великая колькость документов и узгоднений уже на першопочатковом этапе отсеивая значную колькость претендентов, застаются больше мощные, одукованные и уверенные в своих силах. Вот поверьте мне, бизнесмены ни одной страны полностью недовольны и не говорят, что в нашей стране очень легко вести бизнес. Скажем, опять-таки, это надо принять как аксиому бизнес вести. Это очень тяжелый труд. Не случайно на этот труд способны 5% всего населения, это тоже официальная статистика, но, наверное, это вообще вести, а успешно вести, это, наверное, 5% от тех 5%. И коли ранее основало меркование, что предпринимательство – легкий хлеб, худкие гроши, спекуляции и так далее, то зараз есть докладное разумение, что поспеховый бизнесмен – у першую шергу высокоадукованный, смелый и отказный человек. На сегодняшний день мне очень отрадно, что закончилось обывательское мнение о том, что предприниматель – это малиновый пиджак, золотая цепочка и новый русский или новый белорусский. На сегодняшний день предприниматель – это высокообразованный человек, у которого как минимум 2 образования, как минимум еще и бизнес-школа IBM и куча других образований, но это люди, которые принимают на себя риски. Они занимают нишу. Посмотрите, пожалуйста, на наши технопарки, посмотрите на наших айтишников, посмотрите на наших производственников. Они никогда не плачут, никогда не говорят о том, что тяжело или плохо. Они выбрали этот путь и по нему идут. Марина Сєвєр'янова, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель».